Финансовый университет – это ведущий вуз России с более чем столетней историей. Мы готовим традиционно лучших экономистов и финансистов для нашей страны. У нас много кампусов по Москве, много филиалов, большой контингент студентов и преподавателей. На сегодняшний день нам нужна эффективная и гибкая экосистема с мощной электронной информационно-образовательной средой, которая помогала бы нам поддерживать качество образования, организовывать и координировать учебный процесс на самом высоком уровне и отслеживать все изменения и проводить необходимые трансформации. Совместно с экспертным центром «Галактика» за очень короткий период было реализовано огромное количество интереснейших проектов по цифровизации, созданных на основе российской платформы Bittrex24. Ну, во-первых, это личный кабинет олимпиадника, личный кабинет обучающегося, личный кабинет преподавателей и сотрудников. Сегодня данными сервисами пользуются десятки тысяч человек из семьи финансового университета. Я могу посмотреть расписание занятий через чат-бот в Telegram или ВКонтакте, либо через личный кабинет студента. Также я могу подать заявление на повышенную государственно-академическую стипендию, общаться в чате с одногруппниками и преподавателями, посмотреть учебный план и реестр методических материалов по нему. Для финансового университета компании «Галактика» был разработан личный кабинет олимпиадника. Каждый участник олимпиады, конкурса, интеллектуального состязания может зарегистрироваться на то или иное мероприятие, поучаствовать в отборочном этапе, заключительном этапе, подать апелляцию, ознакомиться со своими баллами, скачать сертификат участника. Для преподавателей с коллегами из «Галактики» реализован ряд сервисов. Это индивидуальный план работы и индивидуальная карта оценки эффективности. Это взаимодействие с обучающимися при выполнении выпускных квалификационных работ интегрированной системой «Антиплагиат». Это интегрированные системы с образовательным кампусом на платформе LMS Moodle, электронными библиотечными системами и системой обучения иностранным языкам Rosetta Stone. Для администрации вуза также появился ряд дополнительных сервисов. Среди них система контроля проведения фактических занятий, как в аудитории, так и виртуальных на основе данных SCUD и Teams, так и система проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. «Кузница кадров» — это один из основных проектов цифровизации сервисов Финуниверситета. В 2021 году мы получили специальный приз ректора за его разработку. «Кузница кадров» была нужна для того, чтобы слушатели самостоятельно строили свою траекторию профессионального развития. Мы обеспечили бесшовный переход в систему дистанционного обучения Moodle и сделали абсолютно прозрачным весь документооборот Института повышения квалификации и профпереподготовки работников Финуниверситета. Цифровая трансформация – тот процесс, в который вовлечен весь коллектив. Мы делаем процессы прозрачными, а систему стараемся сделать удобными для всех участников. И это хочу отметить. Даже не международный подход. Это галактический подход.